ты ж долбануться нахрен, что за сучий день? Черт. Ладно, так, погнали. Выше нос. Давай же, мать твою, не тусь. Ну же! Что? Так, ладно, короче, давай. Соберись. Соберись, тряпка. Давай, выше нос. Встряхнись. Погнали. Вот дерьмо. Кто здесь? Это очень плохо. След Джулии. Они здесь были. Отлично. Они здесь были. Не. Божья, что здесь произошло?
Отлично. Зашибись. За звуки. Ничего не слышу. Алекс? Джулия? Ох, твою мать! Что тут происходит?
Господи, что это?
Брэд? Капитан? Как ты меня нашел? А все-таки спрятаться от этих жуликов было чертовски умным ходом. Да, тут я даже спорить не буду. Они хотя бы не знают, сколько нас. Ну да. Откуда противогаз? Нашел в одном из шкафчиков. Думал, пригодится, но не знаю. Надо выбираться. Okay. Safe to say that we are now lost. Корабль большой, коридоров много. Нам придется проверять их по очереди, пока не найдем выход. О! Ничего хуже на корабле случиться не может. Да. Нам нужно попасть на палубу. Ты прямо мысли мои читаешь. О, интересно, как он умер. Тут записка. Тут можно залезть. Эй, Брэд, иди сюда. О. Может, сюда? Ниже спускаться некуда. Это главный приводной вал. Готово? Да. Похоже на выход. Хотела бы я сказать, что она нам пригодится, но это хлам.
Ого. Высоко. Должен быть путь на палубу. Гениально, Холмс. Даже нет, лакает. Здесь не пробраться. Эй, Брэд, гляди. Лестница. Может, это наш шанс? Кинем монетку? Я пойду. Ладно, ради бога. Эй, Флис! Ты в норме? А то. А ты как? Супер. Это нам так поможет. Вот черт. Все окей. Должен быть другой путь. Я ищу, что-то должно найтись. Лестница дерьмо. Сейчас вернусь!
скорей! Спасибо. Чуть не утонула. Прости, но ты правильно поступил. Или он, или мы. Фак! Мне сюрприз, пиратские приключения. Отличная задумка. Правда. Это забавно, мне весело, но парни, которых вы наняли, слишком далеко зашли. Вы пожадничали. Решили не тратиться, и вот. Эти парни слишком много себе позволяют. Но вы меня поняли, да? Если захотите как-то от них избавиться, не вопрос, я с вами. Они же просто гребаные психи. Гоняются за нами повсюду. Алекс! Джулия! Надо найти всех. Что-то... Ну... Кто-то надо мной издевается. Просто за идиота меня держат. Надо найти всех. Не знаю, кто, но они надо мной издеваются. Просто издеваются. Слишком он следовал собственным запретам. Уж капитан должен был знать, что за хрень тут творится.
Да, надо заглянуть за дверь, конечно. Так. А может... Не, все же надо. Так, ладно. И как мне открыть эту сраную дверь? Увесистый. Oh!
это я. Бежим! Здесь безопасно? Думаю. Да, здесь мы будем в порядке. О, привет! Похоже, мы внезапно приблизились к миру духов. Не так ли? Ну вот, одним меньше. А как же Конрад? Ему, точнее, вам следовало быть осторожней. Вам уже ясно, что происходит? Как это прекратить? Как спасти жизни ваших несчастных безбилетников? Узнайте. Надеюсь. Хотя предыдущие пассажиры судна так ничего и не поняли. Той ночью было много смертей. Позвольте помочь вам, дать подсказку. Ну что ж, как бы сказать, здесь могут быть замешаны силы, близкие к науке и даже, может быть, к политике, понятно? Менее потусторонние. Вы, может, уже кое о чем догадались? Что все и вся может оказаться совсем не тем, чем кажется. Надеюсь, это поможет. Вам разве не интересно, что обо всем этом думают ваши бедолаги и как в будущем избежать ненужных трагедий? Вперед, за дело. Скоро поговорим.